70 талантливых и амбициозных ребят со всей России собрались в этом году, чтобы создать новый увлекательный мюзикл в рамках международного детского творческого проекта «Nuclear Kids». Спектакль назвали «Атомная любовь», а главную роль получил саровчанин Климент Брюховец. По словам юноши, роль была сложной, потому что характер героя противоположен его собственному. Роль достаточно непростая. С одной стороны, как бы я парень, который попал под плохое влияние, то есть влияние зэков, которые там сбегали с колонии. Ну, в общем, у меня какое-то неправильное воспитание. Я потерянный. С момента кастинга до премьеры участники проделывают огромную работу. Каждый день у ребят проходят тренинги по актерскому мастерству, сценической речи, хореографии и вокалу. В течение 3 недель ставят мюзикл, а потом отправляются на гастроли по России. Для всех участников это уникальная возможность вырасти профессионально, набраться опыта и подружиться с ребятами из разных уголков страны. Мне кажется, проект «Nu Kids» — это очень полезный жизненный даже опыт и вообще классная штука. В проекте приняла участие еще одна саровчанка Василина Афонина. Несмотря на то, что пройти кастинг очень сложно, девушка уже 2 смогла поучаствовать в проекте. В этом году ей досталась роль 2-го плана. Но Василина понимает, что этот опыт тоже важен и надеется в будущем сыграть еще не одну интересную роль. Я пробовала здесь с 10 лет. Потому что бывали такие случаи, что дети попадали в 10, но вот меня взяли только в 12. И в прошлом году я записала сольную песню, она вышла на всех вот музыкальных сервисах. А в этом году вот я уже 2-й раз, старичок, и я играла роль, мой был дебют на сцене. Заключительные премьеры мюзикла прошли в театре ЭЦТР в Москве. Но на этом проект не заканчивается. Климент и Василина планируют принять участие в традиционной постановке «Зимняя сказка», где смогут раскрыть себя по-новому, встретиться с друзьями и получить много положительных эмоций. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябус, служба новостей «Саров-24».